Всем привет, дорогие друзья, с вами Катя Дотопкин. Сегодня вместе с Димкой Петровичем мы будем покорять высоту. Нас ждут прыжки, в общем-то, на 800 панелей вверх. Здорово, ребят. Салам, народ. Куда побежал-то? Куда разогнался, молодой? Судя по вину, явно шоколадку в магазине стащил где-то. Короче, ребята, мы достаем тачки из рандома, используем мы только легковушки, крупногабарит, счет не идет, ГТАшные не идут, байки тоже, ребята, мы не берем, потому что они врезаются все в платформы. Мы разгоняемся по дуге под углом в 90 градусов, прям под прямым углом летим вверх. Чем выше доберемся, вон там на самом верху аж 800 баллов за, если туда долетишь, но это крайне сложно. Так, по первой тачке мы достаем, ребята, вместе с вами, ну и, конечно же, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. У Петровича шестиколесный гелик — это и плохо, и неплохо одновременно. Наелся и сплю. Да мне кажется, там прям буквально наелся. Чего не надо. Так. Что по тачкам? У меня, ребята, электроквадро, Audi, такая себе. Акура у Димки, ну тоже такая себе. Так, а у меня надо починить дорогу еще будет. Это тоже такое себе. 460. Какие? 480, не особо лучше. Вопрос. Насколько тачка будет легче? О, Димка как стоячий. Это нормально, у тебя гелик фуфло. Я что зарофлил. Так, 225 баллов у меня, это неплохо. 210 у Димки. И самый плохой балл у Петровича, сколько это? 70. Слышь! Короче, ребята, если вы не знали, у нас система экстрабаллов есть. Лучшая тачка, которая улетает выше всех, принесет баллы худшей тачки. И худшая тачка, пока Петрович с первого раунда прям засрал все баллы. 70 такой себе. Второй раунд, ребята, и сейчас начинается самая жара. Я был выше, поэтому буду доставать три тачки. Ребята делают только по две себе. У меня первый Форд по накату неплохо, но не летает. Эль Камино, кстати, уже тоже хорошо, а Хонда такой себе. Ну, понятное дело, Эль Каминчик. Я думаю, что он здесь будет лучше всех. Кадиллак какой-то, но не чит, насколько я знаю. Но, может быть, ребята, старенький Кадиллак, который летает. Нет, не он. Так, и какая-то странная быха вообще. Поехали. О, кто-то застрял. На пузике повис. Так. Пузика-пузика, встретим Новый год! Я неплохо дал-дал, но по массе явно что-то Димка лучше. Что-то хорошо улетел. Не знаю. Врезается? Под углом прыгай, если под прямой не можешь. А 270 баллов у меня, это неплохо для Эль Камино, но Димка явно лучше улетел. Ниха себе. Это что за акула такая? Как под капотом. Ну-ка, рассказывайте. Вот такая вот, ребята, акула. 395, это хорошо. 250 под капотом, вопросов нету. Хорошая летающая тачка. И Петрович у нас что, где? Прям сильно под углом прыгай, если по прямой не можешь. Тачки бьются некоторые быстро, это нормально. Так, а ты где-то летишь? Я тебя не вижу. А вот он. Так, Фаристи на F2, да, долетай до платформы. Это где-то 200. Это 195. Даже лучше. Ну что могу сказать, Димке явно повезло. Мерседес получился очень хороший, поэтому три тачки у него. Джек Дэниелс — это пушка. Так, Камара у Димона, которая, может быть, и не доедет. И какая-то... Мне Чивос больше нравится. А Нива считается? Чивос. Нива, да. Да, нет. У меня, кстати, Феррари какая-то интересная 200 было, но Джек Дэниелс, ребята, Джек Дэниелс, он сейчас даст. Ламба дрявая, кстати, она не чинится, поэтому мы можем ее не считать смело, можем спавнить другую тачку. Какой-то Камар СС вроде как. И Камри, который я не вижу, но ты ее и не взял, хорошо. Поехали, ребята, Джек Дэниелс должен взять сколько? 400, думаю. Стартуем. Идеально улетел. На максимальных скоростях не врезался. Зачем врезаешься, не надо. Так, сыграет моя ставочка в 400... Ой, а я проиграл ставочку. Ставочка выше. Врезаемся. Так, у меня 490 баллов, ребята. Джек Дэниелс молодец. Лучшая тачка за сегодня, пока экстра балл. Димка там башкой ударился. Просто выкрикивает какие-то... Врезаемся. Непонятные слова. Так, 300 у Петровича, это на самом деле неплохо. Три сотни трактористы любят. Стартуем. Так, и вот он. Труп чей-то. Эй, прилетел. Давай, слышь, сломанный. Так, где ты там? Так, разгоняется Димон. Врезаемся. Нет, нормально прыгнул вроде. Просто медленно. Слушай, ну у тебя тачка, конечно, ГГшечка. Да, Драгстер 125. Но это не худшая тачка сегодня. Вау, нихуя себе. Ебать, на ноги встал, ребята, я снял это. Так, ладненько. Димка самое слабое звено был. А БТ-шная Ауди — это плохо. Пыжик еще хуже. Чит Волга у Димки неплохо. Ой, и Порш. Так, ну типа, мыльница у меня.
Porsche. Это понятно. Ну, Петровича что-то загрузилось, я не вижу. Porsche, я. И второй тоже не вижу. Ну, выбирай. Чит Волга, это, ребята, неплохо. Это пятихатка тоже будет, наверное. Мыльница тоже должна быть хороша. Если та. 600-700. Чего? 600-700? Так, ну... Скорость. Баллов скорость была. 255. Ну, мыльница 340. Не самая лучшая. 340 далеко тоже не потолок. 240 у Петровича, чуть ниже, чем я. Вот такой вот Porsche Martini. Тачки, кстати, можно не удалять. Так, ладненько. Мы вернулись, ребята. Получается, что? У нас то Димка выше, да, был? Три тачки у него. Макларен уже вижу. Опять АБТ-шная РС-ка. Так, третью машину не вижу у Димки. Остальное все считается. И Бугатти. Бугатти, кстати, неплохая. Так и Феррари какая-то у Димки. Я не понимаю, что это? Рубикон. Это Рубикон. Не знаю, но Рубикон есть Рубикон. Леха и Феррари Берлинетта 800. Спокойствие. Нихай себе. Тише. Почти 700. На самом деле, ребята, казалось бы, Бугатти Монстр Трак, а он хороший. Так, Петрович там бомбит. Бомбел. Нихуя долетел, 400 ровно, пацаны, на Бугатти. 255. 175. Ну, записали, расписались, как говорится, неплохо. Бугатти удивила, Монстр Трак летающий, это приколы. Тоже меня удивили. Так, Петрович пока самое слабое звено. Зря одел шлем. Так. Три машины у меня. Где-то... Ой-ой-ой, все говно. Все говно, все не то. Это кто что прокачал, господи? Это что так троит? Это чье говно троит? Это Димкина, да? Зеленая, нет, наверное. Нет, не качает тачку никак. Давай-ка я его, нахер удалю его. А, Реска, возможно, чит. Нет, это не чит. Так, а Бэха? 90. Ну, наверное, Бэху, ребята, типа, лучше ничего нету. Где-то поехали, попробуем. Уже. Да, она была у тебя в самом начале, фуфло тачка полная. Попробую прыгнуть лучше, чем ты. Я надеюсь, не так это на 70 прыгнул? Под углом просто вот так вот красивенько. Ой. Стартуем. 500. А я выше Димона буду. Это та самая или не та самая? Кузов похож. Я неплохо 230. Прыгнул. 270. У меня хорошая бэха на самом деле. Так, ладно. А ты у нас что? Давай. Да я знаю, я смотрю. Разгоняйся. А вот появился наконец-то. Вот он, зеленый коротыш. Ну, до меня чуть-чуть не долетел. Я все-таки на первом месте сейчас. 200 сколько у тебя? 55, наверное. Так, ну ладненько. Три машины в калитке, ребята. Это хорошо. Есть шанс за сочит. Что, кстати, еще не падало. Четыре, ребята, 100% 800 бы взяли. Так, у меня Галларда не настоящая, возможно. Кстати, Audi чит и Драгстер. Чирок. Я буду брать чит. Галларда не там. Дамп не считаем, да, он тут не разгонится, к сожалению. Так, Чирок тоже Драгстер интересный, но нам он не нужен. А у Димки прям такой лоурайд. Мазда какая-то, да. Дрявый Леха, не считай. Давай следующую. Так. Ну родись. Автомобиль. Вопросики. Че у тебя за тачка? Загрузился какой-то маслкар. Так, ну давай, чит. Какой-то плохой. Я еще идеально вылетел. Какой взял? 550. Я очень хорошо улетел, ребят, у нас с натягом новый экстра балл. Так, мне кажется, там плохо. 415. 120. У Димки сколько? 415. А что так много у тебя, Димон? У меня пятихатка. У меня пятихатка, это неплохо. 415, давайте еще раз глянем, что за тачка. А, почему он летающий? Я думал, вообще не доедет, если честно. Ну да ладно, Кадиллак какой-то, ребята. Вот такой долетел, балл хороший. Так, это где-то золотая середина серии, ребята. У нас есть еще возможность заспавнить тачки. Ауди, ракетную установку не берем. Опять дрявый Леха какой-то. Зачистили нам такие... Ой, кстати, Мерседес, который я попробую, он, короче, багованный. Что такое? Чё там у тебя? У тебя это Додж на больших колесах. Ну, я вижу. Девил, мать его, Сикстин! Да, и это Диалема. Все, я ухожу. И это Диалема, потому что у меня Мерседес 270, ребята, под капотом. 260. Ауди нафиг не нужна. Кого, Мерседес? Нет, не дам. Так, Девил, Сикстин, все, поехали. У нас тут Эклипс. У тебя, блин, такая тачка с ветерком, сейчас поедешь, что тебе еще надо?
Она не быстрая, конечно, ни хрена, но... Я догадался, знаете ли. Идеальный прыжок, почти 800. Новый экстрабал будет или нет? Опять? Так. Мне кажется, если бы навигатор был из Димона, он был бы таким же херовым. Так. Так, долетел я, кстати, неплохо. Это новый экстрабал 655. Так, вот это уже плохо. Вот это уже, не туда. Ну, отлично. Я очень хорошо ушел в плюс. Петрович, как дела? Как у меня могут быть дела? Скажи мне, пожалуйста. Не знаю, сколько был. Сейчас скажу. 195. Ай. Ну, в целом-то неплохо, 200, это нормально. Просто у меня дойдет Сикстин. Я уже, кстати, приземлился. 800, 120, 70. У тебя чекушки только, да, я понял. Как говорится, ну не все же тебе в новых рубриках завозить, чтобы тебе вечно всегда везло. Так что, в принципе, все вполне нормально. Так, Бентли. Посмотри на этот дроп, вот что это такое? Кстати, Панама может быть хорошая. Сам ты хороший. Панама может быть хорошая. Надо под капот пускать. Если 203, то вообще пушка летающая. Понял, типа. Пошли его на трибуку. Это значит летающий. У тебя хороший панам. Шляпа. 206, и тут тоже 206. Я не буду брать тебя Bentley фуфло. Honda Civic Type R. Я бы брал Панаму, если там реально 203. Ну, давайте попробуем. Прыгать еще. Как прыгнешь, как повезет. Если машинка немножко, ребята, даже бьется днищем на переезде вот этом, на подъеме, то теряет она очень много скорости. 510. У меня тоже фуфло. Не особо летающее. О, Димка ко мне прилетел. Не достал, да? Не достал. Боевая ничья, 225 у нас. Петрович. Еду. Опять, что ли? Еду к обеду. Так, полетел. Хорошо полетел, выше будешь. Это первые твои 2 балла, первая победа, так сказать. Не, ну Панама реально хорошо улетела. 400 с чем? 430, да? Да, 435 даже. Вот такая вот, ребята, Панама очень-очень добротно. Вы прикиньте, он выиграл, еще и ругается все равно, и все равно ему не нравится. Один раз выиграл, один. Где сейчас выиграл же? Так, это что? 411. Мне опять упал чит, ребята. Только на этот раз это Етро на ауте. Кто бы сомневался? Так, у Димки BMW какая-то непонятная. Ну, Петровича. Стартует. Невидимое. Ламба и Линкольн. Ламба и Линкольн. Линкольн может быть очень хорошо. По накату. Ну, это смотря какой. В небытие уже. Блять, теща, нихуя себе, я подпрыгнул. Новый это было неожиданно. Да, конечно. 310. Новый антибал. Блять. 100. 100? У тебя 70 было. Так, короче, я не буду мудохаться. Очень низкий Етрон, он цеплялся. 185 это, конечно, мало. Мол, мог лучше, но как пойдет. Мало, да? Петрович там возмущается. Но при этом я ударился, поэтому мало. 70 тоже мало. Ёпа-мать, вот это мне херовина упала. Будем на Шольце прыгать. 250 такое. Ну, не чит вроде. Так, а... Ламба. Ферру вижу, ламбы нет. GMC-шка понятно. А ламбу тоже вижу, ламба неплохая. Шершавый, стартуй! Ты себе кричишь? Я вот, что ты понимал, я в надежде, ну, ламбы 190, я думал, удалю ее. Ударить! Ферра по-любому лучше, ферра 168. Ну, хороших ферр у нас не так много, на самом деле. А, ну, я неплохо прыгнул 280 для этой тачки, это очень хорошие баллы. Так, кто-то пролетел меня? Нет? Ты где? Ты башкой давно ударился, мне кажется. 110. 240 до меня не долетел, да. Получается. Димка, 110. Что-то Петрович сегодня прям победитель антибаллов. Предпоследний, ребята, раунд. Есть еще шансы попробовать. Кого? Демон. У тебя что-нибудь достать? Ну, хоть что-то. Хоть под конец. Ну, Dodge Demon, кстати, DSD, это очень хорошо. Это пятихатка должна быть. Ну, в том районе, как минимум. Так, а что за... Ты что дрявый такой? Что у тебя за тачка? Я вида суппорта только вижу. А, это Nissan. Короче, сижу в фуре, и что ты понимал, из водительского сидения у тебя только саппорта видно. Так, это стандартный маслкар вроде. А, нет, не стандарт, стоп, это хорошая тачка. По-хорошая тачка.
Так, не то. Погнали. Стартуем. Не то. Ну ладно, буду прыгать на этой херовине. 650, полетели. Да что ты? Надо демона не выбрать. 580. У Петровича нервный срыв будет. 370. Психические порушения, вот это вот все. А сколько у тебя еще раз повтори? Диман. 370. А, 285 у меня, 370 у Димона. Это неплохо, но не предел мечтаний. Для его тачки. Ну, слава богу, я уж побоялся, что ему что-то повезло. Опять Петрович пытается с третьего раза, может, получится. Прям сильно влево бери. Да я прям сильно и беру. Да нет, у меня ты по прямой постоянно убьешься. Так, давай-давай, он летает, да, он не прыгает. Поворачивает. Короче, ребята, Петрович не может выпрыгнуть, давайте попробуем прыгнуть на демоне. Тут даже ограничитель пробить можно. Демон летал, и летал очень хорошо. Не знаю, чего у Петровича за проблема, с первого раза мы выпрыгнули. Еще и не по углу. Так, ну это явно будет новый... Ну, экстрабал вряд ли, но... Новые два очка. Ну, слушай, очень хорошо, это топ-2 сегодня тачка. Это, ребята, 495 баллов. Да, выше на пятихатке только, что там было. Читауди. Вот так вот, вот такие приколы. Последний раунд, ребята. Три тачки для Петровича. Он счастье своему не верит. Чуть не заплакал. Чуть не заплакал. Хорошо, так как. Так, Ярик и чит БМВ. Чит БМВ. Да. Так, и получается Мерседес с Удимки. Ну давайте. Бэха, ребята, может забрать экстрабал. На самом деле не жалко будет, если Петрович заберет экстрабал, потому что один хер антибаллы поставил он. Так, напомню, что там бонусные 70 баллов. Вот. Я очень хорошо улетел. Но это сколько? А, кстати, я вру. У нас-то не 500 был экстрабал. У нас же экстрабал 665 до 16. А сколько у Димона еще раз? 235. 465 у меня, на 200 больше. Петрович опять начал. Опять. О, у меня деревья розовые стали. Все, это значит, ребята, что кэш полностью забился. Очень много тачек. Текстуры идут по бороде. Так, стоп, Петра, вылези из тачки. На самом деле, ребята, я еще раз прыгаю вместо Петровича. Если эта тачка та самая, о которой я думаю, может и 800 поставит. Что у тебя за проблема, слышишь? Я все понял. Просто ты обезьяна, и ты водить умеешь. Ну, посмотри на себя в зеркало. Я не понимаю, почему они бьются. Еба, вылетим. Это новый экстрабал, да. Все, до конца долетели. Нет. Чуть-чуть не долетели. Долетели. 800 все-таки. 800. Вот так вот, ребята. Как говорится, гранату тебе лучше надо вручить, Петрович. С этим ником у тебя не канает вообще. 800. Отличная тачка. Вы видели, в общем-то, чит, который смог. И 70 баллов тебе так и быть. На, получилось. Пишись. А мы прощаемся. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока, ребята.